в Дубай! Ребят, но перед началом этого гениального получасового видео я бы хотела немножко припиарить саму себя и посоветовать вам подписаться на мой телеграм-канал. Там я появляюсь очень часто, делюсь с вами своей личной жизнью, каким-то лайв-контентом. В общем, мы там с вами общаемся, так что подписывайтесь. Я самый счастливый человек на планете на данный момент. Короче, суть в том, что мы в каком-то метро, чтобы забрать наши багажи. Вот так вот тут все устроено. Я в шоке. Рай. Так, мы наконец-то заселились, буквально 8 часов утра сейчас, держу в курсе 7:50. Мы выехали из дома где-то тоже 8:20, быстрый, сейчас быстрый рум-тур. Мы заходим, тут вот такая вот сразу нас встречает ванная комната, раковина, в общем, все по красоте. Тут вот так, тут душ, и еще, что самое крутое вообще, никогда, мне кажется, такого не было в отелях, что здесь есть нормальная ванная, можно будет полежать. Это плюс, потому что я такое люблю. Дальше у нас коридор, проходим тут какие-то шкафы. Тут огромное зеркало. Ура! Будем фоткать луки. Заходим в комнату, и тут все вот таким вот образом выглядит. Что такое? Шкаф, кровать офигенная, стол. Буду тут решать ОГЭ, надеюсь. Просто вы бы знали, как они вывалили из машины мой тоутбэк. Он просто так вот, знаете, открывает багажник, и он просто вот так вываливается. А там компьютер, планшет, и просто... Я очень рада, спасибо большое. Открываем тут дверку. Понимали, сейчас 30 градусов, я не в лучшем своем состоянии. Но, в общем, такой вот тут милый балкончик, можно будет посидеть. Так вот все сделано. Мы на втором этаже с видом на море. Там вот уже вижу бассейн. И нам сказали, что тут будет шумно из-за того, что вот это ночной клуб. Они начинают работать с пятницы. Ну, в общем, посмотрим. По крайней мере, вид очень красивый. Вон уже какие-то птички орут. Короче, вот так мы сейчас идем спать. Что самое крутое, я узнала, что Starbucks отсюда 7 минут пешком. Потому что я так расстроилась, что в аэропорту мы его не попили, потому что мне не разменяли маленькое количество денег. Поэтому сегодня грандиозные планы хотя бы попить Starbucks, который я не пила уже, я не знаю сколько, больше года. Очень тепло и хорошо. Всем good morning. У нас время около 11. Мы проснулись с мамой. Я поспала прям хорошо, часа два. Мы оделись, собрались. Сейчас пойдем менять деньги. Пойдем в Starbucks. Я такая сегодня модная в очках, а также в пиджаке. Самая главная ошибка этого отпуска, мне кажется, было забыть взять рубашку белую, чтобы в ней ходить, чтобы ее накидывать поверх всяких топиков и так далее. Но я этого не сделала. Так что выкручиваемся из того, что есть. Большая просьба не завидовать. Мы сюда еще придем обязательно. Ну, я уже вся мокрая. Мы пришли в супермаркет. Нам в банке сказали, что они не меняют деньги. Тогда в чем прикол? И сказали, что вот меняют деньги вот тут, в этом прекрасном магазине. Самое хорошее, что здесь есть, это кондиционер. Потому что за вот этими прекрасными стенками 35 градусов по Цельсию. Итак, тут мои любимые драгонфрукты. В общем, мы поменяли денежки. Тут есть все, как у нас, груши. Какие-то вот такие огромные сливы. Интересные персики. И авокадо. Это чистилка для авокадо. Это гениально, мне кажется. Итак, я взяла себе вот в этом, кстати, супермаркете такой бутер. Хотела вам показать еще разнообразие разных соков, смузиков и так далее. В общем, интересные такие фруктовые коктейли сразу выжимают. Вот такие вот всякие пачки большие. Вот этот очень вкусный сок, кстати, яблочный. Мы с мамой решили брать вот такой. Вот это стоит 9 дирхам. Мама! Starbucks! У нас этого нет всего. У нас это все отменили. Мои любимые вот эти фрапучино были.
Ну ладно, мы сегодня еще дойдем до настоящего Старбакса, я надеюсь. И вот, кстати, вдалеке виднеется Бурдж-Халифа. И я посмотрела по карте, нам вообще до него идти 4,5 километра. То есть, если считать, что человек в час идет 5 километров в среднем, то нам идти до него час. И это очень круто, потому что мы можем просто буквально пешком до него дойти. Но еще есть информация, что можно доехать до Дубай-Молла, до Бурдж-Халифа на автобусе, где за 40 минут мы на днях будем это все проверять. Так что вот так. Хочу сказать, что на улице очень жарко. В лифте вообще показывает, что 41 градус. И, в принципе, этому реально можно поверить, потому что просто невероятно, какое пекло. Но эстетка вышла за Старбаксом. Короче, как я уже сказала в рум-туре, у нас Starbucks в 7 минутах от отеля. И вообще мы живем в очень классном районе, поэтому тут, в принципе, все близко относительно. Я надела вот такое вот просто мега красивое платье и иду пробовать Starbucks, который я не пила уже, не знаю, 1,5-2 года, вот так. Я просто безумно рада, что мы приехали, не знаю, кайф. Что хотелось бы сказать, что никакого Starbucks тут нет. Вот в этом комплексе, по крайней мере, в котором я была. Я нашла другой адрес, он находится 2 раза дальше, чем то, где я сейчас. Но я решила туда все равно пойти, посмотреть. Очень странно, почему в картах написано, что тут есть какое-то место, а на самом деле его нет. Я очень сильно зажарилась, просто очень жарко. И зашла сейчас на автобусную остановку, и прикиньте, тут вот так вот все закрыто. То есть, ну вот, дверка вот так вот закрывается. И тут работает кондиционер, господи. Это мое спасение. Я вижу заветную вывеску. Вы не представляете, как сильно я боялась, что тут тоже не будет Старбакса, потому что я сюда шла очень долго. Но ура, он тут есть. Я самая эстетичная эстетка на данный момент, потому что я не пила Starbucks 1,5 года. Еще взяла какой-то макияж с карамелью. Мне очень нравится, очень вкусно. Я кайфую просто максимально сейчас. Уже искупалась, как вы можете заметить, в Персидском заливе. Тут очень теплая вода. Я не знаю, такого вообще никогда не было. Я жестко натерла себе ножки. И у меня теперь все болит. Но зато загораю. Мы пришли на ужин. Тут какой-то Майкл Джексон играет, такое ощущение. Да. Нам принесли вот такой вот цезарь и вот такую вот водицу. В общем, мне принесли вот такую вот вкусняшку, такой вот бургер. Я уже так объелась на самом деле этим салатом цезарем, что я не знаю, съем ли я. В общем, вот такая вот вкуснятина. У мамы тут сальмон. Итак, последнее блюдо у нас – это десерт. У меня вот такой вот сорбет из манго. В общем, сейчас будем пробовать. Мы с мамой гуляем. Как будто в каком-то хоррор-фильме, потому что, не знаю, мне эта дорога кажется очень страшной. Тут еще вот так вот все, какие-то непонятные вообще развалины. Еще самое прикольное, что нам подарили вот такую вот сумочку. Ничем не хуже моего тоутбэга. Вот завтра мы поедем еще, скорее всего, в Дубай-Молл, чтобы купить там всяких вещей мне. Так что завтрашний день будет очень мега-супер интересный. И хочу вам показать Бурдж-Халифу. Смотрите. Конечно, вам кажется, как будто она очень далеко. Но вот, она даже светится. Вам видно. У нас она, конечно, поближе. Это просто камера делает. Мне очень все тут нравится. Смотрите. Там у нас какой-то уже ночной клуб. Вот этот, про который я вам с утра еще говорила. Все,
мы сели на завтрак. Я заказала такую вот гранолу с ягодками. Также айс-латте по классике и сок. Сижу теперь, выбираю фотки и для школьного альбома, потому что это нужно сделать до сегодняшнего. Уже их нужно отправить, это очень сложно. Итак, сегодня у меня вот такой вот примерно лучок. Мне очень нравятся, если честно, эти повязочки, которые я вам показывала в прошлом влоге. Не знаю, выглядит прикольно, как-то дополняет образ. Я чуть-чуть накрасилась, и сейчас уже поедем на шопинг в Дубай Молл. Итак, наша первая остановка — это прекрасный Nike. Это вообще у нас тут на районе около отеля, буквально там типа минут 10 идти. Хочу посмотреть обувь, потому что... Если честно, очень хочется новые кроссовки, потому что мне все трёт. В общем, я померила сейчас вот эту вот пару. Это что-то похожее. Не помню, короче, название модели. В общем, тут женский отдел очень маленький. Тут есть вот эти форсы, очень классные, но они мужские. И также вот есть белый с черным этим значком. Но я нашла себе сумку. Такую, знаете, в стиле Прада. Вроде выглядит прикольно. Вот так она выглядит на мне. Мне кажется, очень хорошо. Тут значок этого Джордана. Ну, в общем, она прикольная. Мне кажется, стоит брать. Насчет обуви мы еще съездим в Дубай Молл сейчас и посмотрим там что-нибудь. Покупка была совершена. Теперь у меня есть мега гениальная сумка. Ну что ж, мои дорогие арабы. Арабчонки. Короче, все, мы решили ехать не на автобусе, а на такси, потому что на автобусе какая-то хрень, но мы, скорее всего, будем возвращаться на автобусе, так что... Машины эксперименты с общественным транспортом должны обязательно увенчаться успехом. Следующий по плану — метро. Да, потому что я очень хочу на метро, и я хочу на автобус, но для того, чтобы просто поехать на автобусе, сообщаю, нужно... иметь специальную карточку, и вы ее прикладываете, как у нас тройка, например, в Москве. Вы ее прикладываете, и у вас оплачивается проезд. То есть просто наличкой оплатить нельзя. Для того, чтобы купить эту карточку, нужно прийти в специальное место, где вам ее продадут либо с помощью терминала, либо именно кассир. Поэтому мы не знаем, где вот это находится. Мне кажется, мы сейчас найдем где-нибудь в районе центра именно такое место. Вот. Поэтому обратно мы явно едем на метро или на автобусе. Просто на самом деле мне всегда очень интересно посмотреть, как устроено метро в других странах и городах. Так что вот. Все. Арабка на связи. Can you make it louder? Чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу. Захожу подруг на за деньги, да. Я не делаю это даже за деньги, да. Я подумаю, потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Итак, наша первая остановка Зара. И как я об этом мечтала. Прикиньте, тут вот такой экран. Ты прикладываешь вещи. Сколько у тебя есть? Он у тебя их считает. И пишет, в какую тебе надо пройти. Thank you. Офигеть. Мы самый последний, друзья. Она даже не светится. Я взяла очень хорошую юбочку. Надеюсь, она мне подойдет. Просьба не завидовать. Вы бы видели, как я взвизгнула, когда я его только увидела. Идем за новыми пшикалками. Пока я зашла в Apple Store, хочу рассказать мини-историю про наушники. Изначально я планировала в Дубае купить сумку Diesel, но в самом магазине она мне не понравилась. Я спонтанно решила брать большие наушники от Apple AirPods Max. В наличии оставались буквально последние и именно черного цвета. Я сначала расстроилась, так как хотела серебряные, но потом поняла, что черные мега универсальные и взяла их. Просто посмотрите, это для меня был рай в Сефоре и так далее. Я превратилась буквально в Пинтерест после этой поездки.
Короче, мы приехали только что из Дубая Молла. Идем на ужин. Я очень сильно устала. Мы накупили мне кучу всего. Обзор будет завтра. Всем доброе утро. Сегодня утро не слишком доброе, потому что у меня болит горло. Не знаю, как так, но уже сегодня с утра полоскала ромашкой. Всем спасибо вам. Дорогие друзья, предлагаю сделать хол моих вчерашних покупочек. Их тут просто максимально много. Здесь, по-моему, 6 пакетов. И буквально только что я распаковала свой главный подарок самой себе, который я покупала на свои деньги. Это AirPods Max. Вот такие вот мега крутые, я не знаю, я очень рада, черного цвета. Вот так вот они выглядят, просто охренительные. Это была мега спонтанная покупка, да, они еще и черные. Я хотела белые, потому что у меня вся техника буквально от Apple белая. В наличии были только черные, и вы просто не представляете, как я сначала расстроилась от того, что только такой цвет в наличии, а потом я поняла, что почему бы и нет. Я, в принципе, люблю черный цвет, у меня много черной одежды. Также у меня чехол для телефона черный, мой тоут-бэг черный. Все мега логично. Я сейчас буквально ничего не слышу, я себя еле слышу. Но они просто вообще... Это просто, мне кажется, мой стиль. Кто не знает, кстати, я потеряла свои Marshall наушники. Им не было и месяца после покупки, и я их забыла в метро в поезде. Их, конечно же, никто не нашел. Теперь она решила пойти выше и купить наушники от Apple. И давайте теперь пройдемся по маленьким магазинчикам. Первый магазин, в который мы зашли, это вообще у нас тут на районе, рядом с нашим отелем. Это не Дубай Молл. И это, кстати, магазин Nike, но там помимо Nike продается еще Adidas, Champion, вот эти все спортивные бренды. И я там купила вот такую вот классную сумку от Jordan. Она, кстати, тоже черная, к слову, о наушниках, поэтому все будет идеально подходить. В общем, мне она очень нравится, она мега классная, удобная, вместительная. Мне очень нравится вот тут дизайн. Я покажу вам потом поближе на отдельных кадрах. Также тут есть отдельные карманы, кармашек на молнии, также карманы для карт. В общем, она гениальная. И стоила она где-то 230, по-моему, дирхам. В общем, я очень рада была. У меня тут уже лежат всякие мои безделушки. На данный момент это товары для губ, бальзамы мои, которые я все с собой привезла. Вот этот коричневый от Darling. Опять я им начала пользоваться, просто лучший. В общем, сумки ставлю 10 из 10, она мега классная. Следующий пакетик у нас это Zara. Здесь я купила вот такую вот просто офигенную юбку-шорты. Просто посмотрите на нее. Она немножко уже помялась, придется гладить. Вот так вот тут сделано все спереди. Хоба, и тут шортики. В общем, очень прикольно. И что самое крутое, я вам еще говорила в Дубай Молле, когда мы были, это то, что она на меня села просто идеально. То есть я, знаете, у меня всегда трудно как-то найти было, например, джинсы нормальные, чтобы они были широкие, но в то же время на талии сидели идеально. То же самое было шортиками. И, в общем, эта юбка, она гениальная, она очень классная. Просто села на меня, как будто я, не знаю, я в ней родилась. Стоила она 170 дирхам. В общем, юбка моя новая любовь. Безумно мне нравится, не знаю, охрененная. Все, получается, у нас остались только вот эти вот классные магазины. Давайте начнем с Victoria's Secret. Я так завизжала, когда я ее увидела, потому что на самом деле Victoria's Secret это был мой любимый магазин, когда он был в Москве у нас. Я туда очень часто заходила, и, в общем, я давно себе хотела вот этот вот карт-холдер, и, наконец-то, его приобрела. Вот такого он характера, мега просто красивый, вы посмотрите. Там были разные цвета, но я решила взять в классическом. Тут еще есть вот такая вот молния для монеток. И также 4 отделения под карты, но он просто восхитительный, не знаю, мне очень нравится. Стоил 100 дирхам. Да еще вот такой вот пакетик, очень крутой. Давайте следующий пакетик из Sephora. Шарлотту оставим на самый конец. Там было на самом деле много всего. И я просто хотела скупить всю Sephora, но моих накопленных денег мне не хватило, поэтому я купила себе не менее классную вещь. Это вот такая вот сыворотка от The Ordinary. Вот так вот она выглядит, я не знаю, я просто стала эстеткой. Той самой Pinterest в нее вселился, она приехала
в то место, где продавался весь Pinterest. Там были все вот эти, знаете, маски для губ Laneige, Rare Beauty, в общем, все, что я так хотела, но, опять же, у меня практически вся косметичка забита, и мне ничего нового не нужно, а вот об этой сыворотке я давно мечтала, и она с ниацинамидом и цинком, так что будет идеально высвечивать мне мои постакне, остатки от моих прыщиков, которые никак не высветляются. В общем, очень крутая сыворотка, мне посоветовал ее консультант, стоила 50 дирхам. И последний пакетик у нас, это Charlotte Tilbury, господи, это просто был мой рай, потому что я никогда, то есть если я в Сефоре там была, да, то в Шарлотте я никогда не была, у них целый отдельный огромный магазин, и вы не представляете, как я была рада просто туда попасть, окунуться вот этой всей эстетикой, знаете, Pinterest Girl, и, в общем, взяла себе Magic Wand Contouring, просто это была моя такая мечта. Я, конечно, умерла от его стоимости, все равно взяла, давайте открывать. Это жидкий контуринг. Просто посмотрите, какой он классный. Офигеть. Смотрите. Офигеть, вообще круто. Он стоит 185 дирхам. Это как моя сумка от Jordan. Все нормально. Просто мега эстетика, не знаю. Я очень часто сейчас пользуюсь контурингом, поэтому из всех вариаций вот этого флакончика я выбрала именно контуринг, потому что румяна и хайлайтер мне не так сильно нужны, но просто он... Вообще, я в шоке. Я взяла оттенок, который посветлее, потому что даже если я сейчас загорелая, то в Москве, например, зимой, я такой уже не буду. В общем, это просто лучшая покупка, лучшие мои потраченные 4000 рублей, да. Мечта сбылась. Вот такая вот у меня вышла распаковочка. И сейчас эстетка выйдет на улицу, пойдет работать у бассейна. Да, вот такие вот дела. А почему вы мне не сказали, что я криво нанесла? В общем, вот такой вот хол. Я ни о чем не жалею, на что я потратила деньги. Ну что, я собралась на ужин. Вот такой вот у меня вайб. Вот эта юбка, юбка-шорты, которую я вам показывала в распаковке. Также моя новая сумка, новые наушники. Короче, все как надо. Оцените, кстати, макияж глаз. Я старалась что-то сделать с теми продуктами, которые у меня были с собой. Это, кстати, все новые продукты для лица. Я использовала уже сыворотку и, как это называется, контуринг. Вот. Всем доброе утро. Сегодня вот такая вот, конечно, эстетка. С компьютером в наушниках. Собралась на пляжик. Это, кстати, моя новая юбочка из Зары. На ножках у меня кроксы. Короче, вот такой вот аутфит-чек. Иду монтировать видео, лежать, загорать. И помимо всего этого еще завтракать. Вот такую вот красоту нам принесли. Тут у мамы салатик. Сырная и мясная тарелочка. Самое главное, что тут есть мини-огурчики соленые, которые я просто обожаю. И также наша любимая тарелка со свежими фруктами, которую мы берем всегда. Итак, мои дорогие друзья, если что, я не снимаю, потому что буквально ничего не происходит. Мы просто изо дня в день лежим на пляже у бассейна. Поэтому хочу вам сейчас заснять, как мы пришли в магазинчик. В общем, я тут нашла свои любимые шампуни, которые у меня всегда были, вот эти OGX. Прикиньте, вот эти, как из Pinterest'а, никогда у нас в России их не было. И вот эти тоже, их видела. Ну, короче, это очень круто и интересно. Дальше обычные Head & Shoulders. Вот, вот такой мраморный, красивый. А мы пришли сюда, кстати, за маслом для загара. Потому что что-то как-то не загорает. Ну, загорается, на самом деле, тут очень как-то быстро нас, да? Пришкварила. Так что сейчас будем искать. Купили мы вот такое вот маслице с бананом. Очень вкусно пахнет, но из-за того, что я закрытый, я пока не могу его затестировать. В общем, что еще хотел вам сказать? Что очень удобная у меня сумка, вот эта вот Nike. Сюда вот так повесил наушники и идешь на эстетики. Кстати, у нас тут вот такая вот мечеть, прямо рядом с нашим отелем. Мама уже пошла без меня, нормально. Вот, кстати, наш отель, то есть вообще очень близко все находится.
Если что, ребят, я просто хочу вам показать, что не всегда все бывает гладкое, и я не идеальная, я такая, как все. Даже в поездке, получается, я умудрилась заболеть, и очень сильно. Я потом лечилась еще в Москве достаточно долго, где-то неделю или даже дольше. Поэтому просто хочу напомнить, что все мы люди, и всегда в жизни происходит разное. Поэтому даже в райском Дубае я умудрилась заболеть. Но зато было время порешать ОГЭ. Хайвок. Трэш, а что с голосом-то? Все, вы так точно хайвок. Трэш! А почему? Я причем ни с кем не говорила, я себя чувствую намного лучше. Но с голосом-то что? Я в шоке, я хотела с вами поболтать. Видимо, не получится, и просто сделаю склейку из красивых кадров. Всем доброе утро. У меня голос уже получше, я выздоравливаю, так сказать. Я совсем отчаялась и решила сегодня пойти на завтрак и также в бассейн в пижамке, потому что, ну, реально вещей я с собой мало взяла, которые можно накинуть, а тут нельзя ходить просто в топах. Поэтому вот так, сейчас иду плавать наконец-то, потому что вчера я не плавала вообще. Просто оцените еще, какие солнечные очки я взяла с собой, такие вот зелененькие. Подходит под мой образ, я их вообще не носила. Сегодня предпоследний день, я считаю, самое время надеть их. Тут, кстати, постоянно прилетают вот эти вот вороны, и они меня очень сильно пугают. Прямо рядом с нами вот так ходят с открытым ртом и орут. Итак, всем hello. Мы выезжаем сегодня на экскурсию на Бурдж-Халифу. Я уже, видите, я уже нормально говорю. Ну, как относительно, но все же. В общем, сейчас выезжаем. И, кстати, мы поедем на метро частично, так что буду вам все снимать. Короче, мы сели в машину. Это просто гениальная машина, я вам скину фотку. Она очень огромная, она выглядит как гелик, я не знаю. Тут еще есть вот такие вот вторые места. Я в шоке. Это очень прикольно. Меня бесит уже тут Lexus, поэтому это что-то новенькое. Едем на Бурдж-Халифу. Кстати, прикол, ребята, на самом деле, они реально пишут неправильные имена в Старбаксе специально. И сколько я раз там заказывала, мое имя всегда писали неправильно. Но тут мы уже пошли кататься на метро, и я не поняла, кстати, почему в женский вагон заходили и мужчины, и женщины. Видимо, мы как-то не разобрались, но мне все равно очень понравилось проехаться на метро. Я такое всегда люблю. Вот такое вот было завершение нашего путешествия. Всем доброе утро. Вы слышите, что я могу говорить?
С утра обычно всегда лучше, чем вечером. Вчера вечером мне было прям очень плохо. Сейчас буду собирать свой чемодан, потому что сегодня в 12 мы уезжаем, а в 4 у нас самолет. Какие вот дела. Буду сегодня заканчивать свой влог. У меня тут вот такой вайб буквально. Пью ромашку, начинаю собираться. Всем привет! Мой голос — это просто жесть. Но мы идем сейчас в магазин последний раз, чтобы купить подарочки. Также, чтобы купить таблеточки. Просто. Девушки, которая умудрилась в 43 заболеть. 43 градуса, не года. Мы нашли очень гениальные таблетки. Они стоят 16 дирхам, по-моему. И они помогают буквально от всего. Там типа вот в этой аннотации написано: от кашля, от носа, от всего, от головной боли, от боли во всем теле. Ну, короче, они гениальные. Мне кажется, нам это надо. Если что, мы их купим. Также нам надо купить благовоние в подарок. Все, такие вот дела. Я рада, что я хоть как-то могу говорить, потому что мне скучно снимать просто какие-то виды. Короче, мы уже в аэропорту. Вообще не понимаю, где мы. В общем, я сейчас ходила, узнавала, они ничего умного не сказали. Мы, видимо, вообще сидели не там, где надо. Короче, трэш. Но времени еще дофига, поэтому мы все равно все успеем. Мы нашли его. Офигеть. Обратный полет вообще не удался, потому что я была простывшая, у меня был заложен нос, и от этого у меня при посадке очень сильно заложило уши. Я потом ходила к врачу. Ну, короче, было реально не очень, но вот такая вот поездка получилась. Ну и на этом все, мои дорогие, любимые друзья. Это видео подошло к концу. Если вы дошли до этого момента, то присылайте, пожалуйста, в комментариях вот этот вот смайлик. Мне будет очень приятно знать, что вы досмотрели это видео до конца. Ну а я вас всех очень сильно люблю. Всем удачи, всех целую, всем пока-пока.